600 тысяч гривен присвоил себе бухгалтер одной из школ во Львове. Часть заработной платы работников он перечислил на собственную банковскую карту. И за счет этих средств погашал свой кредит. Горе-бухгалтеру светит до 3 лет тюрьмы. Дело уже передали в суд, но комментировать детали в прокуратуре пока отказались. Пообещали в понедельник. Наши журналисты будут следить за ходом дела.